Ленуськой вышли погулять. Всем привет! Красота, красота возле речки. Прохладненько. А скажи, как мы себя сегодня порадовали? Мы сегодня себя порадовали. Сейчас на твоем канале все увидят наши радости. Что мы там в магазине в этом вытворяли. Как мы его рекламировали. Да. Купили мы себе по два аромата. Я взяла лесная красавица. Как ее называется? Русская красавица. Русская красавица и... Лена, ну может... Ну, сейчас скажи. Ну скажи. Алиана. Вот в такой упаковочке красивой. Типа... Не могли устоять, взяли. Мы, наверное, скорее больше из упаковки взяли, как ты думаешь? Нет, Ларис, я из аромата взяла. Да, мне понравился очень. А я сейчас ну, покажу, что я еще взяла. Ну-ка, я расскажи. Же это на своем канале не похвасталась. А у тебя еще же один. Да. О, батюшки. У меня вот такой цветочный аромат. Он называется Paradise. Так, Magic Flower Paradise. Такой цветочный, сладковатый, такой теплый, легкий летний аромат. Ну. Вот прям летний он. Ну и цена у них там нормальная. Вот этот сколько? 400 с чем-то, да? 495. А сейчас я чуть-чуть посмотрю. Ну, в общем, около... А я сейчас скажу по чекам. Давай. Чтобы... не обманывать народ. Вот, смотрите. Flower, вот этот Magic Flower 485. Да, это парфюмированная вода. Да. А что это у меня? А что это у тебя? А это твой. Это мой. Это я обувь взяла, да. Да. А этот? А вот этот Оливия 580. 580 за 15 миллилитров. Духи. Не парфюмированная вода, не туалетная, а духи. Да. Вот так вот мы сегодня отоварились. Ты радовалась? Да, конечно, я всегда рада тратить деньги. Главное, чтобы они прибывали. Вот и гулечки у нас тут. А они прибывают, я тебе так скажу. Да, Лариса, когда легко тратишь, они легко прибывают. Скажи. Да, скажу. Пошла вчера и стратила все. Сегодня опять пошла и стратила. Сегодня пошла откуда опять. Берутся? Откуда берутся? Не Вселенная мои... просто посылает потоком. Черпаю, черпаю. Сама удивляюсь. Гуляем. В городе все равно немножко жара. А возле речки так вообще хорошо. Ну, как возле морюшка. Скажи. Да, как возле морюшка. Возле морюшка только не так свежо. Ну, то есть свежо, но не холодно, а возле Енисея прямо ух, освежает, хорошо, бодрит даже, я бы сказала. Да. Восточноевропейская кухня. Так мы с тобой не прокатились на этой ракете хваленой. Да. За черти какие деньги. Ну, вообще обнаглели. Раньше... В копейки советские стоили. Времена это стоило копейки. Мы катались туда, Лариса, подростками. Да, катались. Сели и поехали. До Дивногорска и обратно. А сейчас можно тоже кататься на трамвае. На Красраб поехал, да и сел на трамвай, да катайся. Не хочу. За сколько? За 20 рублей. Красота. Укатайся. Укатайся. Да, сегодня... 1 сентября выпадает на субботу. Вот в субботу здесь будет народу. Да. Все уже люди вернутся с дач, детей привезут. Скупят все на Крастец. Крастец будет пустой. На Крастец будет у нас аншлаг. Кстати, должны иллюминацию запустить вот на этом мосту на нашем. Вот так вот будет. По этому самому. Один пролет нам сколько же говорили? Что-то 300 миллионов стоит. А осветить, чтобы один пролет вот нашего моста, стоит 300 лямов. Можешь себе представить? Не могу. Я тоже не могу. Это ж сколько сумок? Это ж сколько сумок? У нас уже превращается уже конвертация сумок. Да. Это ж сколько надо сумок купить?
Это ж я купила две подушки, опять возвращаясь к наболевшему. Это ж я за $200 сколько могла сумок? Как минимум 4 купить сумки. 4 сумки, а ты купила подушки, которые все раскрошились. Ларис, я тебя не понимаю. В итоге ведь я пошла и купила подушку обычную. В волшебных снах и не заморачиваюсь. Ну, не знаю. Я больше на эту удочку не куплюсь. Кругом обман. Обман. Ой, я буду стоять! Мы вышли там на проезжую часть. Так я же как во Вьетнаме стою, вам едут. Ну, так. Такая красотень, красотенская. У меня же ролики дома лежат. Мохом уже взялись. Да? А у меня коньки. Коньки. Я по дому иногда катаюсь. Они... Уля приходит, мы надеваем шапки и катаемся. У меня заточенные лежат уже второй год. Я их поточила и ждала Наташу, когда она приедет, и мы пойдем на каток. Но она не приехала, я их положила обратно. Удачные они теперь у меня лежат. Ждут Наташу. Нет, я в прошлом году каталась 2 раза на них. Мотоки катаются. Пойдем туда? Пойдем? А, пойдем. Там пойдем сейчас. Там, Ларис,